Выходим. Да не такая уж и скрытая. Нет, труд май. Ну да. Так. Кстати, я много раз уже замечала. Как только начинаешь, как только исполняешь свое желание какое-то, да, так скажем, заканчиваешь одну цепочку, и маячит уже следующее желание. Это уже, так скажем, проверено на опыте несколькими, ну, короче, многими ситуациями. Ну, так вот. Идем. Вы, наверное, уже догадываетесь, куда я подхожу. Этот мотоцикл очень похож на тот, с которого я начала путешествие. Так скажем. Он без номеров. Может быть, это и тот? Только проданный.